Более 60% людей страдают нарушением носового дыхания. Поэтому это может привести к головным болям, к носовым кровотечениям. Этот тест дает возможность как раз проверить, какие у вас структуры нарушены, нужна ли вам операция. Можно в домашних условиях проверить, нарушено у вас дыхание или у вас нормальное носовое дыхание. Встаньте перед зеркалом и закройте одну ноздрю указательным пальцем и резко вдохните, при этом закрытый ротик. Резко вдохните носом. Выдох. Вам тяжело было вдохнуть? Да. Следующий тест, следующий момент теста. Указательный палец, большой палец левой руки мы ставим в области как раз крыла носа и оттягиваем крыло носа. Сделайте опять такой же резкий вдох. Как вам с дыханием? Легче. Легче с дыханием. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы открываем проход в носу и более лучше проходит как раз воздух, который нужен для нашего организма. Поэтому вот этот тест дает возможность как раз проверить, какие у вас структуры нарушены, нужна ли вам операция. Вы попробуйте, пожалуйста, сделать то же самое. А вы, пожалуйста, перед зеркалом проведите такой же тест. Пожалуйста. Закрываем носик, вдох, выдох. Опять ставим пальчик и оттягиваем. Резкий вдох. Что вы чувствуете? Дыхание легче. Теперь мы проверим, как влияет величина носа и длина носа на носовое дыхание. Кстати, многие могут отметить, когда у них с возрастом носовое дыхание ухудшается. Почему? Потому что нос, к сожалению, имеет такую тенденцию терять свою упругость и опускаться. Сейчас мы проверим с подъемом кончика носа, как дышит нос. Сделайте резкий вдох носом, просто выдох. Ротик стараемся все время держать закрытым. И сейчас поднимаем носик. Как вам дышать, когда носик подподнятый? По-другому. Легче или? То есть мы видим разницу, когда мы поднимаем носик, человек дышит существенно легче. И это как раз задача хирурга, пластического хирурга, вот эти все изменения, которые приводят к нарушению дыхания, восстановить. Вот эти два простых теста дадут вам возможность проверить ваше носовое дыхание. Вы для себя определите, есть ли у вас изменения с носовым дыханием, нужна ли вам операция, или вы, в принципе, хорошо дышите и радуетесь жизни. Если вы хотите больше узнать тестов проверки здоровья в домашних условиях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся!